Порядок предоставления льгот на проезд в автобусе отдельным категориям граждан может измениться. Но объем выделенных бюджетом средств при этом не уменьшится ни на тенге, уверяет руководитель городского отдела внутренней политики Мадьяр Кабыл. Есть вероятность, что студентам, школьникам, пенсионерам и инвалидам в ближайшем будущем придется оплачивать полную стоимость проезда. Льготы могут заменить адресной социальной помощью. Предусматривает предоставление льгот на общественном проезде, на общественном транспорте в размере 20% следующим гражданам. Это учащиеся высших, среднеспециальных, технических, профессиональных учебных заведений, обучающихся на очной форме обучения. Пенсионеры по возрасту, вторая категория. И третья категория – это инвалиды первой, второй и третьей группы. Главное отличие от льгот, предоставляемых ранее, финансовые средства будут начисляться получателям адресно на лицевые счета через отдел социальных программ и отдел образования города Актобе. Так, независимо от того, пользуется ли инвалид или пенсионер общественным транспортом, ежемесячно ему на счет будет поступать энная сумма денег. Это коснется также школьников и студентов. Конкретно по учащимся два раза в день по 25 тенге, 50 тенге в день. Получается в месяц 1500 тенге. А для студента 4 раза в день по 11, ну, 44 тенге в день. Получается в месяц 1100. Оплачивается через городской отдел образования именно студентами и учащимся. То есть выходит, что если ранее, имея льготы на проезд, тот же студент мог совершить в течение дня неограниченное число поездок, то отныне с 20% скидкой не более 4. Тем не менее, большинству участникам дискуссии такое положение дел пришлось по душе. Мы поддерживаем наше правление это решение и считаем, что каждый адресный получатель будет пользоваться транспортным услугом по своему усмотрению, тогда когда хочет, на чем хочет и как хочет. Я как пенсионерка езжу очень редко, по необходимости, конечно, но когда смотрят на тебя кондукторы, контролер невоспитанный, такое ощущение, что в карман ему залазишь. Хотя за меня оплачивает бюджет эти деньги. Я думаю, что здесь однозначно поддержка должна быть. Адресная помощь есть адресная помощь конкретному человеку. Вопрос пока на стадии обсуждения. В случае, если нововведение утвердят, для того, чтобы заявить о своем праве на льготы, нужно будет сдать ряд документов в Центр занятости и социальных программ, а также в городской отдел образования, в случае с учащимися школ, вузов и СУЗов. Новый порядок предоставления льгот будет обходиться казне в 537 миллионов тенге в год. Несомненно, будут те, кто выиграет лишние 1500 в месяц, но проигравших, возможно, будет больше. Асель Кинжалина, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».